Международный шахматный турнир стартовал в Израиле. Церемония открытия чемпионата состоялась в актовом зале центра Нотр-Дам, христианского отеля с видом на старый город. За гран-при Иерусалима 2019 борются 16 лучших игроков. Среди них бывший вице-чемпион мира израильтянин Борис Гельфанд. В первой игре он победил лидера турнира россиянина Яна Непомнящего. Турнир имеет формат выбывания. Чтобы пройти дальше, игрок должен победить противника в 4 раундах, каждый из которых состоит из 2 игр с классическим контролем времени и серии тайбрейков на случай равенства очков. Победитель Гран-при Иерусалима определится 23 декабря. В следующем году он встретится с норвежцем Магнусом Карлсоном в битве за титул чемпиона мира.